С начала года в Управление собственной безопасности областного департамента внутренних дел поступило 32 обращения. По телефону 61-26-82 любой желающий может сообщить о неправомерных действиях полицейских. Параллельно на ведомственном портале работает блок начальника департамента Берика Белялова. Отправить письмо главному полицейскому области можно в любое время. С начала года туда поступило 7 жалоб и столько же вопросов консультативного характера. Также профили ведомства есть во всех популярных социальных сетях, в которых регулярно поступают обращения и благодарности в адрес полицейских. Все обращения зарегистрированы в книге учета информации департамента, а также проведены тщательные проверки. Также Управление собственной безопасности уведомляет граждан о имеющемся едином телефоне доверия Министерства внутренних дел 1402, по которому граждане могут сообщить о любых правонарушениях со стороны сотрудников полиции.